надо, мне ничего не надо. Второй был же. Мне больше всего понравилось. Третий? Последний. Да, мне тоже. Я тоже третий. Давай последний возьмем. Он наиболее стройный, он наиболее... Так, первый. Но все хочу купить. Но все хочу купить. Но все хочу купить. Первый. Думаешь, первый, а не третий? Давай первый. Но все хочу купить. Дает жить, не дает мне жить. Мне мешает жить, не дает мне жить. Первый лучше, да. Не дает мне жить, ой, не дает мне жить. Представитель русского рока, ой. Не мешает жить, ой, не дает мне жить. Мне ничего не надо, но все хочу купить. Ведь адская реклама мне мешает жить, не дает мне жить. Не мешает жить, ой, не дает мне жить. Гитара у них хана, пизда. Ну вот не знаю, сами говорят. У меня, кстати, вчера такой диск нарезал, бля, который не слушает. Ты в курсе? Нихуя. Эрор 12 везде пишет, бля. А в компьютере? Компьютер я приехал в час ночи домой вот с такими глазами, вот такой вот, блядь. Ага. Пока все развез, весь став. Эрор 12. Отлично. Все чего-то ищут, у меня есть все. Без олеча, без лазвы. Лучшие друзья у девушек земли. А, только музыканты, да, я сейчас пою? Ага. Юные таланты! Давай, извините. Блядь, да что ж там? Андрюх, заведи меня чуть пораньше, просто я что-то в бреду в каком-то. Юные таланты, только... Блять, извините. Юные таланты, только... Ага. Та-ба-дум, ва-ба-дум, ва-та-та-та-да.
А, коротенькая получилась. DIY-сессия. Музыкант, у нас есть другая версия, нет? Вот, просто музыкант впереди прям это самое все слово. Можно двинуть. Только музыкант это. Там смотри, все начинает играть. Только музыкант это. Хорошо. Нормально. Только музыкант это. Только. Так, ну что, надо мне все дело склеить. Подожди, сколько надо, да, да, слушаю. У девушек земли, это музыканты, это музыканты, это музыканты, юные таланты, только музыканты, только музыканты. Я сделаю микрофон погромче. Надо все-таки что-нибудь такое покороче. Ксюша, сука. Имени Валерия Сюткина. Только Карен сыграет. Надо позже просто. Уже все отыгралось. Ага, все. Да я просто. Все, коротко.
Гены. Так, сейчас тогда дайте, я доделаю все. Говори, Москва, так говорится. Разговаривай с Россией, понял? А я ж Precision приобрел себе. Вот я сейчас ходил щупать ваш, мой в два раза тяжелее. А хотя бы там внешний вид такого же абсолютно. Ну а получилось, да, в конце? Ебически, да. Мешает жить, не дает мне жить, не мешает жить, ой, не дает мне жить. Ритмический вдруг получил, да. Мне мешает жить, не дает мне жить, не мешает жить, ой, не дает мне жить. По-моему, отлично. Мне мешает жить, не дает мне жить, мне мешает жить, ой, не дает мне жить. Да, сейчас в конце было нечисто. Мне мешает жить, не дает мне жить, мне мешает жить, ой, не дает мне жить. Давай еще раз. Мне мешает жить, не дает мне жить, мне мешает жить, ой, не дает мне жить. Вот сейчас отвечу. Хорошо. Еще будут голоса? Давай послушаем. Мне мешает жить, не дает мне жить, мне мешает жить, ой, не дает мне жить. А давай еще запишу. Перепишем? Еще один запишу. Мне мешает жить, не дает мне жить, мне мешает жить, ой, не дает мне жить. Такой русский народный, да? Понятно, тебя можно на второй раз оставить? Мне мешает жить, не дает мне жить, мне мешает жить, ой, не дает мне жить. Отлично, по-моему. Красы, сябры. Да. Да, сябры пришли. Да, еще раз. Чего, перепишем его? Да. Ну ты его оставь, Андрюх, мне кажется, его надо оставить. Мне мешает жить, не дает мне жить, мне мешает жить, ой, не дает мне жить. Мне мешает жить, не дает мне жить, мне мешает жить, ой, не дает мне. Да, заебись сейчас вроде было. Мне мешает жить, не дает мне жить, мне мешает жить, ой, не дает мне жить. Ну что, заебись, давай дальше? Давай дальше. И даже хорошо, и даже хорошо, и даже хорошо, вроде все нормально. Короче, вроде все нормально, и даже хорошо. Получилось, да? Да, попал. Да, мы даже не попал, а код попал хорошо. Да, еще раз. Вроде все нормально, и даже хорошо. Сейчас, по-моему, да. Нет.
вроде все нормально. И даже хорошо. Зачет. Да. Еще голос. Зачет. Того, что есть, мне мало. И я хочу еще что-нибудь. Того, что есть, мне мало. И я хочу еще что-нибудь еще. Дайте мне. Нормально вроде было. И я хочу еще что-нибудь еще. Дайте мне. Того, что... Того, что есть, мне мало. И я хочу еще что-нибудь еще. Дайте мне. Нормально. Нормально еще было. Еще голос будет здесь или нет? Да, да, и дальше будет. А, да, да, давай да. Сначала этот дальше добавим. Что-нибудь еще, дайте мне еще, еще чего-нибудь. Что-нибудь еще, дайте мне еще, еще чего-нибудь. Что-нибудь еще, дайте мне еще, еще чего-нибудь. Второй, да?